девчонку двоюродную, наш натуры. Так ее бедную мучила, она сидела, а получилось не очень, знаешь. Мне так жалко, что она так долго сидела. Слушай, я когда позировала, художник, который писал, их несколько было, вместе в большой студии, у одного вообще такой конструктивизм был, поэтому там натурщик, он меньше ждет результата, чем художник, поэтому ты можешь не переживать. Это первый момент. Во-вторых, когда натурщик сам художник, он это понимает. То есть это совсем другое. А если просто человек, который не рисующий, он позирует и чего-то ожидает, здесь, конечно, можно и художнику разочароваться, увидев реакцию натурщика. Поэтому чуть разные вещи. Я сейчас зачитаю комментарии. Насчет ваших ответов. Лена, конечно, дело хорошее делаете, но когда будет ваше интервью? А я... пообещала, уже сотое мое будет. Поэтому дальше 95 не ждите. Полина, акрилом работаешь? Нет. А вот еще комментарии. Ой, вот вы не представляете, еще один час подходит к концу. А что больше любите, портреты или пейзаж? Ну, портреты, да, Полина уже отвечала на этот вопрос. И... у нас заканчивается второй час. Я не понимаю, почему. Не знаю, куда он ушел. Ну, мы уже все, в принципе, да, мы сейчас будем прощаться с вами. А я Полине буду задавать те самые вопросы, которые потом мы напечатаем с фотографиями. Вот еще вопрос. Референсы сами снимаете? Или но сами ищите в Гугле? Хотя бы референсы сама снимаю. Да. Но для скетчбука я вообще не парюсь. И как раз там я выгуливаю все свое вдохновение, вот все, что в интернете как бы найду, там я не парюсь. В метро рисуешь? Нет, в метро не. Ну, пару раз рисовала. Ну, прикольно, конечно, но что-то мне все время не знаю, что-то мешает. Видимо, локти пассажиров. Да. Спасибо большое, что были с нами. Очень-очень-очень приятно. Очень милая публика, замечательная Полина. И снимаешь видеопроцесс? Это вопрос. Да. Да. Бегите к Полине на страничку. Все, у нас 30 секунд. Спасибо большое. Потом все расскажу, где кого, что искать. Пока-пока. Пока.